Что такое Вселенная? Вселенная представляет собой огромное пространство, заполненное многочисленными космическими объектами, планетами, звездами, черными дырами, галактиками, кометами, астероидами. Все они взаимодействуют между собой. У Вселенной нет границ. Ученые до сих пор не могут определить, где она начинается и где заканчивается, а также где находится ее центр. Тем не менее, научно доказано, что происходит постоянное расширение Вселенной. Это значит, что входящие в ее состав небесные тела постепенно отдаляются друг от друга, разлетаясь в разные стороны. Таким образом, увеличиваются размеры Вселенной. Ни один, даже самый совершенный телескоп не в состоянии охватить всю Вселенную. Все объекты во Вселенной расположены не хаотично, а в определенном порядке. Они образуют своеобразный кружевной рисунок с различными переплетающимися нитями, многочисленными звездами и планетами. Вселенная хранит множество тайных загадок, которые во все времена интересовали человечество. Например, до сих пор неизвестно, есть ли жизнь на других планетах. Ученые пытаются отыскать на них признаки жизни, тщательно изучая космическое пространство с помощью современных приборов и запуская в него исследовательские аппараты. Однако пока никаких доказательств существования агрессивных цивилизаций обнаружить не удалось. Предположительный возраст Вселенной около 14 миллиардов лет.